это паспортный стол? Да-да. Я Хрюндяева Анастасия Павловна, швея. Очень приятно. Хочу поменять фамилию. Замечательно. И на какую хотите? Столбодоев Антон Сергеевич, архитектор. Ну, архитектор понятно. А скажите, а почему вы хотите именно Столбодоев Антон Сергеевич? Это не я хочу, а это он так хочет. Он? Да. Он хочет, чтобы я стала Ожерельева Анжелика Андроновна, банковской служащей. Понятно. О, скажите, а вы не путаете, может быть, этот ваш Столбодоев хочет, чтобы вы стали Столбодоева? Не путает. У него уже есть своя. Столбодоева Надежда Полукарповна, парикмахер. Ах, вот что, понятно. Ну что ж, заполним анкету. Значит, фамилия, имя, отчество, значит, Хрюндяева. Пампушкина. Анастасия. Алевтина. Павловна. Моисеевна. Извините, это что? Это я, Пампушкина Алевтина Моисеевна, Столевар. Ах, вон оно что. Извините, просто вы сказали сначала Хрюндяева, я потому и... А вы, значит, Пампушкин, да. Ну, вам же нужно как в паспорте. Да, нам как в паспорте. А в паспорте вы... Да, вот мой паспорт. Ага, спасибо большое, извините, пожалуйста, я просто... да, Галиахметов Андроник... Ой, это соседский, что вы все время хватаете? Вот мой паспорт! А вот это ваш? Да! Извините, я случайно. Значит, Занозина Маргарита Васильевна. А это, наверное, Соседкин. Туз! Это Соседкин? Кто? Паспорт. Нет, это мой! Ваш? Ну, будьте добры. Нате! Да, извините, пожалуйста, вы просто сказали сначала Хрюндяева, потом Пампушкина. Я потому... А вы, оказывается, Занозина, да? Угу, угу. Понятно. Белый заяц летит, над белесым полесьем летит, белорусский мотив. А... Что вы все время молчите? Извините, пожалуйста. Молчи, кто? Вот вас как зовут? Меня? Антонов Андрей Петрович. Ой, нет, фу, как вам не стыдно! Извините. Вам немедленно нужно поменять вот это то, что вы носите. Да? Я вас буду называть... Лиза! Лиза, да. Чудес, замечательно. Лиза, да? А почему Лиза? Да потому, что так зовут мою лучшую подругу Катю. Вот, ну что, ну логично, да, Лиза, потому что Катя, да, действительно. Скажите, пожалуйста, а может быть меня все-таки звать как вашего лучшего друга? Хорошо, Чуча. Чуча, шикарно. Чуча это ваш лучший друг? Да, он пекинес. Вон оно что. Ну, замечательно, я тронут. Ну что ж, продолжим. Значит, что у нас было последнее? Уважаемая Маргарита Васильевна. Можно просто Варенька. Варенька. Чудесно. Скажите, Варенька, детки у вас есть? Да, сын. Вот его фотография. Здесь... Ему годик, моему Виктору. Так. Здесь ему 2, моему Петеньке. Здесь он 7-летний Игорек. Здесь он уходит в армию уже Сергей Борисович. Здесь ему 25, моему Виктору Петровичу. Да. Совсем большой, я смотрю, да? Да. Виктор Петрович, да? А был Борисович, да? Ну, это его отец тогда как раз имя поменял. Точно, да, если как я мог забыть. Тогда же все меняли, правильно? Поменял имя. Это же у вас семейное, да? Нет, семейное у бабушки. Фредерики Вингельмины фон Хохфельдсен де Мольгаузен. Урожденной Евразии Панкратиевны Козло Задракис. Я запишу. Задракис. Козло! Да-да-да. Встретились с тобою мы у моря. Ты навстречу шел мне в голубом. Почему вы все время молчите? Нет, я записываю. Так, идем дальше. Скажите, пожалуйста, раньше фамилию меняли? Себе? А вы кому-то другому фамилию меняли? Да, была соседка Красотулина, стала Крыворелова. Троюродный брат был Градов, стал Гадов, когда деньги не занял. А, ну, понятно. Нет, себе фамилию меняли?
Ну а как бы, по-вашему, я дожила до этих лет? Знаете, какая была моя девичья фамилия? Сказать? Да, пожалуйста. Не скажу, потому что у меня ее вообще не было. Не было? Да. Ну, это нормально, да. А имя было? Да, имя было. Йо. Йо это что? Йо, это имя мое. Йо, йо мое. Да, действительно. Бабочки летают, бабочки. Бабочки летают, бабочки. Ау. Почему вы все время молчите? Это нет, просто вы понимаете, у меня просто такое впечатление, что у меня не все дома. Не знаю, как у вас, мои все дома на больничном. И Чуча? И Чуча. Урожденный Чача, в скором будущем кот Васька. Да, я еще забыла поменять свою прописку. Да-да. Значит, у меня село Дряблое Поле, дом 5, так. А нужно сменить на Елисейские поля, дом 6. Дом 6. Ну, это совсем просто, это элементарно. Значит, берем и меняем, значит, Дряблое Поле меняем на Елисейские поля. Единственный вопрос, извините, пожалуйста, а почему дом 6, а не 5? Подальше от Эйфелевой башни, там же так шумно! Да, действительно, я не подумал. Да, действительно, ну, да, действительно. Ну что ж, вы знаете, у меня вопросов больше нет. Единственное, у меня есть предложение. Вот ко всему тому, что мы с вами уже поменяли, я бы вам предложил сменить еще... Номер машины? Нет. Размер ноги? Нет. Поняла? Я должна поменять местами уши. Нет, ушки как раз у вас, ушки у вас как раз на макушке, все в порядке. Я бы вам посоветовал сменить диагноз. Это что? Это я потом расскажу. Вы знаете, здесь у меня совсем рядышком работает мой близкий друг Веретюшкин Олег Борисович Доктор. Фу, да, мне тоже не нравится. Но для вас он капитан Заде Валерий Балу Алексей Марзифутылу Алды, марсианин. Пойдем? Да! Пойдемте. Пошли, Чуча, идем. Со мной. Да. Чуча, рядом. Я здесь. Рядом, я сказала. Рядом. Рядом. Рядом.